Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. Ну а по информации у нас 1084 зомби убито, 1 месяц 19 дней прожито. Играем мы за Вилли Вуда, работников фастфуда. Вес составляет 79 килограмм. Любимое оружие — это охотничий нож. В общем-то, после последней серии мы успешно здесь перестреляли кучу зомбей, набили себе, так сказать, фрагов. У нас с собой патронов еще осталось дофигища. 137 патриков и 72 в коробках. Тут как бы мод обновился и показывает теперь, что, где, как находится. Но это мод про звездочки, я про него уже снимал видео. Так что как-то так получается. С погодой у нас сегодня как-то не очень все. Давайте что сделаем? Наверное, покурим сишку сразу. Скорее всего, пойдет снежный какой-то ураган. Все очень стемнело, сейчас час дня, и неблагоприятно все это выглядит. По поводу хавки, у нас есть макароны с сыром, давай половину баночки съедим. Итого у нас получается 137 здесь, нам хватит сейчас пострелять. У нас обрез, в принципе, в нормальном состоянии. В сумке у нас лежит обрез двустволки в нулевом состоянии. У него урон, кстати говоря, повыше, чем... Давайте сегодня попробуем с двухстволкой пострелять. Так, давай... На спину назначь. Я разряжать дробовик не буду. Я оставлю его как есть, потому что на всякий случай, как потом, если что, им достреляемся. Перекидывай. Есть, да, у нас теперь двухстволка в руках. В общем-то, как так все и получается. Погнали. Посмотрим, что у нас там на аэропорту находится. Здесь зомби один какой-то бродит, ходит. Вообще неприкаянный остался. Сейчас мы его это... Все в мухах, все жужжит. Не знаю насчет всяких ангаров этих проверять в домиках. Здесь могут быть единичные штучки. Вот, но суть не в этом. Кстати, что у нас по ножу показывает, что у нас вообще прям звездочка одна осталась. Так, 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 оружие, охотничий нож. Ну да, он там не сильно-то уж и прочный как бы. 4 кофе с собой есть, это очень хорошо. Фонарь — это хорошо, а вот... Охотничий нож тоже с половинкой хп, тоже хорошо. Смотри, еще один одинокий стоит здесь. Давай, падай. По навыкам мы точность вкачали почти на третий уровень. Сегодня мы, думаю, как бы докачаем. Ну, хотелось бы четвертый, конечно, получить с дробаша-то, да? Вот, и в дальнейшем как бы уже... перейти на пистолеты, потому что у нас там есть всякие разные потрохи, разные пистолеты, там на базе все это взять, запастись и поехать уже пляжных бездельников отстреливать. Так, смотрим, что у нас здесь получается. Тоже чистота. Неужели как бы так вот военка-то вся и закончилась? Я думаю, что вряд ли она закончилась. Пойдем вот так вот в эту сторону сейчас дойдем. Определенно выстрел надо будет сделать, чтобы как бы приманить сюда зомбей, чтобы они сюда пришли. И тогда мы начнем новый отстрел, новый хоровод. Но я пока вообще никого не вижу. Пока вообще чистота, можно сказать, как бы военную базу мы взяли, что ли, получается. Какая-то долгая полосата. Но мне как помнится, там еще должны быть вот в этих лесах зомби. Так. Ага, ну вот, собственно говоря, центральный вход. Давай мы на нем сейчас устроим эту пальбу. Не понял, почему в ней 6 плюс 1. Это же у нас двухстволка в руках или что? Нет, у нас, подожди, обрез в руках. А я хотел двухстволку. Назначь на спину. Возьми в руку. Обрез в сумку. Вот, обрез двухстволки у нас будет в руках. Ну, думаю, вот здесь вот уже можно попробовать. Жахнуть. И сразу точность поднимаем. Все, точность у нас зашла на троечку, что очень хорошо. На 250 клеток мы сейчас с вами нашумели. И ждем, давайте подождем, посмотрим, кто здесь. Кто здесь к нам подойдет.
Слушай, ну так вообще неинтересно. Придется ехать на базу собирать капусту вместо стрельбы, если здесь сейчас никого не будет. Но здесь одна ходит, этот один зомби. Одного мы и так убьем сейчас ногой. Хотя вот там еще два идут. Так, эти, собственно, там тупят на улице, но на уличных нам пофигу. Так, ну здесь однозначно просто все пусто. Окей. Пошли на центральный вход, где мы выезжали. Тут сейчас мы их добьем. Немножко, вот он, смотри, идет. Отдыхай. Вот это, конечно, интересная машина с пропаном. Она получается как бы... Ну, наклейка о классах, типа, это то, что это не молоковоз, а какой-то, типа, это горючей смеси переводится. Но он разбитый. Очень жалко. Так бы прикольно на базу было поставить. Так, ты кто такой? Любимое оружие — это сапог. Да, двухстволка вообще вещь. Двухстволка — это вещь, что бы ни говорили. Ну и что получается-то здесь? Один идет. Те, которые за забором, это не прикольно. Это уже городские. Городских я хотел с пистолета уже отстреливать. А здесь как бы и не осталось ни хрена никого. В натуре поедем сейчас капусту типа проверять, сажать там все дела. Здесь пусто, пусто. Полный синхрон, хорошо. Да, погодка совсем не мартовская, точнее даже не апрельская. Пипец какой-то. Ну чё, все что ли? Эту тачку мы, кстати, не смотрели, когда бегали, а здесь ключ лежит. Тойота. Тойота Королла. Скрепка, пластырь. Не, ну понятно, без бензина не заведется. У нас на яхте бензин есть. Ключ я возьму. Чё по состоянию, так, ты кто такой? Одинокий воин. Ходят всякие такие одиночные. Вот на них уже пистолет нужен, а не дробовик. Я думаю, мы будем таскать и дробаш с собой, и пистолет, чтобы как бы таких одиночных целей тоже ликвидировать. Надо будет на базе посмотреть, что у нас там, к чему. Так, ну в принципе, в целом, смотри, шины у нее хорошие. Движок у нее, ну, бензобак 43, двигатель на 100%. На ней покататься можно. Хороший, 360 лошадиных сил. В принципе, сойдет. Брезент, ключ, все это нам не надо. Ну и, соответственно, здесь мы тоже всех положили. Там дальше стрельбище идет. Тут прикольный бревенчатый забор стоит уже. Вон там один зомби. Эмуляция типа это. Дома половинка. Давай вылазь. Вылазьте, если есть тут кто. Так, это похоже, кстати, на медпункт. Надо в него заглянуть будет. Ладно, в прошлой серии неплохо повоевали, я считаю. Да, блин, еще и закрытый.
Так, что у вас здесь? А, бейсболы. Ну, давай мы, в принципе, будем собирать что вот это вот, всякие перчатки медицинские. Ножницы у нас есть. Пластырь нафиг не нужен. Да, не очень много лута. Так, подожди. Бутылка у нас пустая. Это чисто так здесь отдохнуть, полежать. Ничего особенного. А свет уже все отключили, да? Свет не работает. Еще одинокий там ходок. Это, по-моему, туалеты, да? Закрыты. Слушай, что-то их здесь много так повылезало. Аж пострелять захотелось. Так, это у нас получается... Подожди. В оружейке я не досмотрел, там говорил, что дробовики были, но они особо, походу, нам больше и не нужны. Сейчас еще раз заглянем, проверим. Конечно, дверь оставлять открытую нельзя было, потому что... Они могут это зайти сюда и задуплить. Быстро. Вот он, да, дробовик здесь был. Но опять же, их чисто только для ремонта, если брать. Девятьсот одиннадцатый в убитом состоянии. Тынь-тынь-тынь. Стоять. Ремень для винтовки. Для дробовика. Жалко, что на это нельзя его повесить на двухствольное ружье. Винтовка МСР, мы их набрали. У нас на базе есть, есть, есть. Кобура, кобура. Прицелы, кобура. Дробовик тоже в ушатанном состоянии. Вот здесь вот что было. Плечевой, этот красный патронтаж. Их два штуки. У нас, видите, такой типа под золоченые пули. Под 5.56, наверное, или там 7.62 такие, а есть под, именно под дробовик. Ну-ка. Ой. Смотри, на нем ремень патронтаж надет. Спилить, починить, разрядить, перезарядить. Снять насадку патронтаж. Ну-ка, дай-ка. Насадку я заберу с тебя. Ага, вот такой патронтаж, значит, он крепится к этому. А, к дробовику. Дробовик он обратно, да, положил? Или нет? Состояние хорошее. Магазин 45 авто. Магазин вставлен. Вот это на всякий случай заберу. С него тоже можно будет повеселиться. Здесь, да, плечевой, я думал, в чем разница, типа, плечевой патронтаж и обычный патронтаж, типа, не мог одеть его на себя, ну, как бы проще. Самое странное, что мы ни одного бронежилета военного не встретили здесь вообще никак. Так, пошел вон, короче, этот дробовик. Патронтаж мы не можем нацепить. Так, здесь магазин отсутствует. Все в целом понятно. Так, давай, обратно ружьишко. Шли на выход. 7 часов будет уже темно. Хотя, слушай, ну лето-то наступило. Эту большую мы посмотрели. Это у нас обычная, по-моему, тоже с открытыми дверьми. Столовка мы ее посмотрели. До свидания. Не зарядил. Во время бега, оказывается, он не заряжает. А я думаю, типа, почему дробовик клинит? В комментариях спасибо написали, что когда делаешь резкое отступление, он не успевает, типа, передернуть затвор, и приходится его передергивать вручную. А я все проклинал эту систему, думаю, с какого фига постоянные клины. Так, ну здесь ничего интересного нету, здесь мы были. Это обычные казармы, получается. И в них...
Блин, закрыто. Есть ящики, на которые можно свой глаз положить, посмотреть. Да, серьезно. Сонливость пришла. Ну ладно, ничего страшного. Армейский. Ну, в принципе, я бы хотел бронежилет найти, типа, лесной. С чего это у нас отдышка пошла? Мы не так уж и много бегали. Сколько их там полезло-то? Ну-ка, до свидания. Коробку патрошек это заберем. Все стекла побиты, здесь фиг отдохнешь на самом деле. Давай, убирай. Просто нещадно уничтожаются зомби с притыку. Давай сишку дыманем. Просто дробью по лицу. Слушай, ну я как подозреваю, на самом деле нет здесь нифига. То есть как бы по поводу одежды фигня получается. Они все пустые. Максимум, что мы найдем, там коробочку потрошь. Не очень круто. Все эти домики. Я рассчитывал, конечно, на больше. Ну а что, типа, на очень мало лут у нас стоит. Поэтому давай отдохнем. Я думаю, нормально сейчас он отдохнет. Хорош. Обычные, мать твою, казармы. Вот эти вот домики еще интересно посмотреть. Так, это у нас получается туалеты, да? Ну, в туалетах что у нас может быть? Только если воды набрать. А так ничего особого. Так, вот здесь вот смотрим, интересно, шкафы. Типа прачечная и душевые. Слушай, ну здесь вот пропановая горелка, типа разобрать душевые кабинки. Можно хорошо покачать газосварку. Ну как хорошо, так в пределах нормы можно все это покачать. Так, здесь у нас кто что. Типа тоже штаб какой-то. Курс это мы прочитали. Спрей. А, это типа у них парикмахерская здесь. Фига себе. Слушай. Можно на лысо здесь побриться. Заберем вот эту штуку. Букет роз. Нафиг он военным нужен. Мы его на ферме поставим. Будет вообще ништяк красиво. Не знал, что он здесь стоит. Давай сумку. Есть. Вообще все пусто. С военкой все, походу. Да, вот мы сделали круг. Сейчас вот этот дом еще посмотрим. Обычные туалеты. Но уже темновато так это лазить здесь. Стопа, бечевочка. Причем целая, вообще отлично для ловушек на птиц пойдет. Слушай, вот это я не пойму, почему закрыто. Типа там какая-то интересная фиговина, может быть, лежит. Ну, соответственно, ее можно разбить топором. Либо просто разобрать дверь. Плохо, что света нету. Не работает свет уже.
Здесь можно было через окно влезть. Так, ну здесь пульт управления и просто бумажки. Пойдем с фонарем. Так, да с ножом. Опять же, здесь просто ради пультов управления все это разбирать, чтобы покачать электрику. Ну, такое себе дело. Здесь все прям забаррикадировано по полной. Еще локаторов не хватает нам здесь. Соответственно, телевизоры. Слушай, ну а что, давай тогда качнем электрику. Жалко, конечно, ключей мы уже не выбьем. Но разобрать дверь мы можем. Телевизор Technologies, давай. Посмотрим, как оно у нас пойдет. У нас же она еще книжка прочитана. 150 наберем, не наберем за это здание, интересно. Конечно, хорошо бы ключ иметь, поспали бы здесь. Неплохо. Так, вот это забрать. Вы не разбираетесь, а вот вы хорошо терминал охраны разбираетесь, давай. Есть. Электронные запчасти обязательно, это на генераторы все идет. Слушай, ну сейчас домой тогда поплывем и займемся урожаем капусты, потому что она, наверное, уже дала семена, это точно. Шли ниже. Никого здесь нет. На этих терминалах еще потренируемся. Так-то без фонариков фиг что видно. Я на всякий случай на двойной перемотке это делаю, ну, потому что, как бы, мало ли на стук кто-нибудь придет. Темновато все-таки. А если много придет? Ну, хотя много точно уже не придет. Я думаю, когда мы пляжных бездельников зачистим и жилой сектор, тут вообще, как бы, на острове станет безопасно, можно будет спокойно жить. Цель-то такова была у нас. Сделать остров безопасным. Так, что покачу? Покачу вообще отлично все. Закачали. Дальше надо книжку читать. Проявление скуки. Чувак разбирает интересные терминалы всякие. У него проявление скуки. Я бы вот не заскучал бы, если бы разбирал все это дело. Так, ну соответственно здесь у нас так, так и вот тебя тоже разбираем. За часы хорошо дают. Было 9, стало 10, все. Тебя мы не можем ничего с тобой делать. Блин. Жалко, нет подствольного фонарика. Ну, на улице, собственно говоря, все. Военка почищена. Ни одного военного бронежилета я здесь не нашел. Генеральских всяких шмоток тоже не нашел. Единственное, что как бы это. Мы в одном ангаре замес устраивали, а в одном не устраивали. Вот в этом мы устраивали. А в другом нет. Там можно полки посмотреть, но и то как бы. Не факт, что там что-то будет толковое. Блин, надо фонарь уже переходить на большой фонарь. С этим, блин, черным маленьким фигово все видно. Хотя, слушай, здесь тоже трупы лежат. Мы и там, и тут замес, что ли, небольшой делали. Но основной замес там был. Крышка для банки. Кружки белые. Вот эти вот шкафчики, интересно посмотреть.
Фонарик. Блин, с полуразряженной батарейкой. Так, и на этой стороне что у нас есть? Ровным счетом ничего. А, вон там вон те полки еще есть. Здесь кружки только хранятся, свечки, уксус. Нафиг. Вот здесь вот смотрим, что полезного. Так, 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 так. Стоп, 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 подожди. Блин, да это вообще мертвая батарейка просто. И фонарик мертвый лежит уже. Все мертвое лежит. В общем, тогда заявляю, что в принципе база почищена. Нету здесь ничего такого. С базой можно как бы это, распрощаться. Пошли к лодке. Сейчас домой поплывем. Блин, нам надо еще заправиться, на самом деле. В порту остановиться. Мы же теперь все, все сделали. То есть у нас получается как бы все бензоколонки рабочие здесь. Они с двух сторон стоят. Вот здесь можно, конечно, электрику еще покачать. Это такое себе дело. Надо книжку прочитать сначала. В общем, что получается, как бы генератор дома стоит один. Стоят генераторы в портах, подключены к бензоколонкам, то есть там можно спокойно заправляться. Блин, что опять с катером? Че он так криво встает все время? Сейчас опять задолбаюсь выплывать отсюда. Отвяжи. Потоплю учетом. Вот опять его как будто в землю присосало. Главное его не перевернуть. То есть, ну как будто просто он встает в землю, я фиг его знает. Будем пытаться задом выехать. Еще этот бугорок торчит, что оно конкретно просто село на дно. Слушай, ну все, вроде пошло. Пошло, делай так, подожди, свет включаем. Давайте, погнали через порт на базу. Ой, блин, не понял я. Сканистый он типа и не толкает еще, нифига себе. Рваная рана, кровотечение в руку. Бинт стерильный, офигенно. Офигенно, просто как всегда, тупануть типа на ровном месте, это мое. Иди нафиг отсюда. Дурацкая лодка застряла, непонятно почему. И теперь как бы у нас еще и боль сильная. Ненавижу. Ненавижу, почему ты с канистры не мог толкнуть ее, вот как обычно, типа толкаешь и не мог толкнуть, вот я не понимаю. Получить рваную рану, это вообще не очень приятно и не очень безопасно. Выживание может просто закончиться тупо, глупо, ну в общем, как и все выживания. Давай, лодка, я подводил тебя за метр. До этой фигни, как бы, до палубы. Тебя присосало. Сейчас вот начинаются вот эти все пляски. Как же меня все это заколебало.
Издалека просто, если высаживаться, можно высадиться в воду. Это тоже не прикольно. Я же говорил, можно предметы потерять. Сблизи слишком она как бы это. В общем, уперлось все под сраку. Я уже канистру сюда заправил. Хрен знает, как можно так застрять было, я не знаю. Блин, и что ее здесь теперь бросать? Пока она сама там как-то не откиснет, но это вообще не прикольно. Бред какой-то. Тем более у нас изнурение. Так, давай пожрем. Заглуши всю эту фигню. Она вообще уже пошла, короче, это. По волнам. Давай мы здесь это затусуемся. Короче говоря. Я думаю, зомби нас в любом случае в ней не достанут. Я не знаю, если она, конечно, сейчас в небеса какие-нибудь не полетит, будет все хорошо. Перчатки порвались кожаные. Ну, соответственно, потому что мы получили травму. Просто на ровном месте с канистры попытался оттолкнуть, он взял меня и, типа, в руку подрал. Бредятина. Вот он здесь забегал зомби. Пошел дождь. Лодка также у нас застряла. Давай попробуем ее завести теперь. Вон их сколько здесь собралось просто на эту лодку. Самое удивительное, ни туда и ни сюда. Вот просто хотел ровно припарковаться, ее присосало. Ненавижу. Просто ненавижу. Отсюда до дома пешком добираться, это просто жопа. Зашибись, ты еще и глохнешь теперь. Короче, лодка здесь походу остается. Звездец, блин. Выйти с лодки, давай. Покажи, на что ты способен. Или ты только с этого места можешь это сделать? Ага. Не знаю, может она сама оттает, если мы типа подальше от нее будем держаться. Сейчас я здесь настреляю. Сейчас здесь придут и бездельники, и жильцы, и все такое. Хотел же нормально заправиться, все сделать, но вот. Нельзя же по-человечески, да, все сделать. Давай, иди сюда. Весь отель, наверное, сюда попрется. Дурацкая лодка подвела. Да, здесь вообще сейчас куча зомбарей будет. Надо в порту вообще было не стрелять, потому что здесь заправочные так-то места. Сейчас до дома доберемся. Через самые местечки такие дурацкие. Давай здесь вот лезь. Конечно, сейчас. Вот здесь вот лютый замес и будет. Вот здесь вот их толпами просто. Кстати, вот еще одна заправка, которую мы не запитали Генычем.
Прикол. Интересно, их окучить как-нибудь можно? Пожрать больше нет с собой ничего, да? Кроме кофе. Кофе сильно нам на засуху будет давить. Ну, хотя бы можно точность покачать. Просто отлетают. Так, это у нас дорога, получается, к маяку, что ли, идет здесь? По-моему, да. Здесь тупик, нам туда не надо, это маяк. Давай посмотрим, как у нас по навыкам. Но я думаю, я здесь не отстреляю, здесь придется по-любому бежать. Таксишка, конечно, хорошая стоит, на ней бы доехать до дома. Но что-то как-то я сюда уже привел толпу такую. Заряди потрошку. Я думаю, хватит на сегодня приключений. Пора домой. Постреляем мы их здесь потом. Чисто когда уже подготовлено подойдем, тогда и постреляем. Здесь просто вот этот вот мини-отель, все дела, короче. Мы их сейчас в порт увели, и они там будут тусоваться, в принципе. Смотри, их много, много повылазило. Три градуса на улице, а снег лежит. Вот этот отель. Зловещий. К нему подходишь, аж лагать начинает. Потому что внутри их просто сотни стоят. Здесь один раз сейчас шмальнешь, они как из муравейника полезут. Но можно на будущее это сделать. Пойдем. Чтоб все сюда поперли. Так, нам надо по пляжу пройти. Офигеть. Вот вас здесь дофига. Наверное, военных и то меньше было. У нас грязная, да, тряпка-то? Стерильно еще что-нибудь есть? Стерильно. Подожди, а где я все это хранил? Бечевка, игла. Можем надеть, кстати, вот это вот теперь. Потому что те порвались. Сейчас дома обработаем рану, дойдем до дома. Глупая лодка, блин. Просто я вот метр клетку держал. Она взяла и заплясала, затупила, короче, и все. Просто жесть. Сейчас мы еще вернемся к вам, отомстим. В
блин, почему он с канистрой, когда в двух руках что-то держит, не может там оттолкнуть? Ну, я не думаю, что это из-за канистры, просто типа в двух руках держит предмет и из-за этого не может оттолкнуть. Там две сумки, либо что-то, два оружия каких-нибудь, хрен знает. Надо потестить это, посмотреть, попроверять. На ровном месте просто опростоволосились, как всегда. У нас есть просто еще винт. Я съем кофе, чтобы у нас состояние проголодался не было. Чтобы быстрее все лечилось. Ага, жуткая жажда сразу, конечно. Распаковывай. Из-за этого снега непонятно, он, видите, не подходит прям, вот я иду, упираюсь, как будто клетка еще получается, может из-за этого я на яхте натупил, хрен знает. Перед домой приходится идти, хрен знает как, без лодки остались. Но мы почти пришли на самом деле. Я так окольными путями короткими. Ну нифига ж себе, а? Прикладом по горбине-то нормально. Дамаги вообще никакой нету, просто. Просто дамаги никакой, жесть. Все в снегу в этом. Лето-то придет сегодня. Нет, здесь еще один был зомбарь. Вот, вот даже не один. Даже их трое здесь, зашибись. И даже их здесь четверо. Ну какого фига, скажете вы? Вход на нашу базу. Вот откуда они здесь взялись? Мы же тихонько себя вели, все нормально было. Не буду я с вами драться, я сейчас вас вокруг моста здесь повожу и убегу отсюда. Нам нужно заняться своей раной. Надеюсь, там больше никаких сюрпризов нету. Грузовик и такая тоненькая-тоненькая льдинка, по которой мы сейчас пойдем, как будто бы. Во, во, смотри, еще зомби здесь стоит. Ну их не должно быть здесь.
Вообще не должно быть. Тут вовсю снег лежит, а у нас тут помидоры, блин, растут. Холодильник нужно тащить. Нужно тащить холодильник, потому что уже пора собирать будет урожай скоро. Ну, с капусты точно. Здесь еще неизвестно, что вот это вот, в каком состоянии. Короче, надо пожрать в первую очередь. Место для холодильника, я думаю, мы его прямо здесь поставим. Нормально будет. Я думаю, нормально. Так, дайте жратвы у нас с собой, потому что нифига нету. Давай чипсонов съедим. Калории, все дела. Так. Сахарку. Так, это мы пока сюда скинем. 8 часов вечера. Слушай, ну, в принципе, наверное, лучше поспать и потом пойти за холодильником. Сейчас опять стемнеет, там эти зомби будут туда-сюда ходить. Давайте я сейчас посплю и вернусь к вам позже, пойдем за холодильником. Итак, 8 часов утра. Я немножко себя перебинтовал. Сейчас посмотрим. Да, она перестала кровоточить. В общем, на зеленую лег спать. Поел, все дела как бы с открытой дверью. Здесь на базе нормально все. Пойдемте сходим за холодильником. Только вот боль единственная незначительная не проходит. Но ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас мы как-нибудь там разрулим. Зарядил себе пистолет 911, потому что других по факту у нас здесь и нету. Никаких М36-ых. Ничего здесь такого, смотри, еще стоит зомбяк. Ну, для такого пистолета, мне кажется, рановато, конечно, еще. Да, очень долго все это сводит, поэтому пока что будем еще пользоваться дробашом. Ага, конечно, сейчас. Откуда вы здесь взялись, черти? Пошли за холодильником к соседям. Смотри, еще идут. И там еще идут. Миграция что-то какая-то прошла. Просто изо всех щелей поперли. Ну серьезно. Так нечестно. Слышите меня? Вон холодильник, мы его заберем. Еще одна появилась. Давай, залазь. И еще, у нас вроде как бы спаун отключался. Ну, был отключен изначально, чтобы приехать на остров и почистить все. Еще один пойдет, нет? Алло. Сюда иди. Ну, тупые, а. Прям бесит из-за этой царапины все. Сейчас с этим холодильником промаешься. Хочется маленький взять, а он этот слишком тяжелый для вашего инвентаря будет и все такое. Пошли. С холодильником в руках. Ё-моё, блин.
еще новых бы зомбей не зацепить. Мигранты хреновы. С холодильником сожрут, это вообще беда будет какая-то. Так, я нашел, у нас еще бойлер здесь стоит, блин, этот рюкзак дурацкий, короче. Так, возьми в руку дробовик, потому что он так не ставит. Ну или что-нибудь возьми. Вот так вот поставим. Холодос. Все, наконец-таки с этим, с холодильником мы разобрались. Так, собственно говоря, тебя мы возвращаем на спину, вот именно тебя. Теперь за бензином гонять не особо удобно будет, пипец. Но я думаю, что как бы не будет сильно генератор расходовать энергию. У нас две канистры бензина здесь есть в запасе. Включай. Так, еще две пачки капусты есть, если что, засеивать. Просто не хочу до крайней стадии доводить, хотя уже довел, она уже с семенами, все нормально. Можем собирать урожай. Семенник капусты. Что у нас там, фермерство качнулось? Можно теперь жрать капусту эту. Все остальное пока все растет. Сколько получили? 93 семечки капусты. Пока сеять ничего не буду, это в офлайне все сделаю. И 31 капусту свежую. Можно брюхо просто наедать. Давай попробуем. Своя собственная, домашняя. И, конечно, салата хорошо ее будет крошить, но... ...29 свежий. Взять половину. И половину мы просто в заморозку кинем, пусть подольше лежит в замороженном виде, замораживается. Вот, когда у нас будет уже картошка всякая, тогда мы сможем делать нормальные салаты, то есть как бы. Вот, давайте на этом серию, наверное, закончим. Я сейчас пойду в речке умоюсь. Генератор у нас с вами в отличном состоянии, 100 из 100. Итого 0,15 литров в час, освещение 2 штуки и холодильник белый. Ну, в основном только холодильник тратится и две лампочки. Пускай гудит, работает, все. База заработала, база теперь у нас приносит плоды и овощи, все, я умываться. Ну, а вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, и всего хорошего, всем пока.